Всем привет, с вами Серега, и сегодня мы, короче, поиграем один на один на АВП, но АВО прогрузился. В общем, ну просто чё поиграем, чё бы нет, просто ради фана, так что кто там скиллуха, кто будет, не знаю, там жаловаться, что я так плохо, не знаю, попадаю, просто выключите видео, пожалуйста. Просто сыграем, не знаю, по фану, не знаю, как получится. Чувак мой друг с игры Warface, мы решили, чё ж там два нуба с Warface не сыграть-то. Один на один, блин, я не знаю, сколько искал я данную функцию, как тут сыграть один на один в мастерской. Не, я знал, что в мастерской, не знал, как этих ботов кикнуть, но на самом деле. А потом я быстро догадался. Спустя минут 30. Ну окей. Я только зашел в КС-ку, так что сейчас мы вместе как бы разыграемся и, не знаю, постараемся хотя бы выиграть, не знаю. Хотя мне на самом деле пофигу. Мне просили записать просто геймплей с КС-ки. Мне как бы обычного геймплея хватит. Показать, как я вот как рак сливаюсь, короче, с АВПшки. Потому что, я не знаю, я в этой игре играл только, наверное, соревновательно. Я больше другие не играл. Хотя, не знаю, у меня больше, наверное, играл команда, чем я. Потому что я, когда у меня даже Сильвер был, я начинал играть всякими беркутами. Потому что у меня в тиме одни беркуты были. Всякие там дофига охрененные звания, поэтому... Не знаю, хоть я там был на последних местах, меня все равно почему-то повышали, наверное, потому что я играл против Бергута. Хрен его знает, в общем. Надеюсь, мы будем по низу играть, потому что я что-то хочу как бы по низу, поверху как-то там в голову выцеливать. Довольно трудно, кстати. А ВП Лего какая-то странная, это походу первого. ВП Лего 2 как бы я хотел на ней сыграть, ну ладно. Это тоже, в принципе, неплохая карта. Где ж чувак? Кстати, чувака Влад зовут. Хороший такой дружбан, мы с ним в КС-ке, в Warface нагибаем. Может быть, когда-нибудь научимся играть в КС-ку. Ну, в смысле, там всякие один на один, а не только там соревновательные игры, там на четвертых местах. Прям как скиллухи. Окей. В общем, прикол еще такой, наверное, мы вот запишем, как бы я один запишу вот сейчас и реванш. И еще запишем один на один просто по фану, также на калашах. Только мы уже, наверное, будем оба разговаривать, как бы, ну, чтобы вам было, думаю, интереснее. Неплохо получилось. Знаете, я не знаю, такой рак, господи, как я вообще его убиваю. Нам надо, знаете, было хотя бы разыграться, а то что-то стыдно даже как-то это будет выкладывать, даже попасть не могу. Кстати, комнату создал я, поэтому пинг у меня более доминирующий. Хотя, в принципе, не знаю, на АВП пинки, он на АВП Лего постоянно играет, там, в принципе... Стрельнул, отошел за стену, чувак, сдох, пофиг, вообще нормально. Так, он наверху, знаете, в этих наушниках, а телефон сижу, вообще звук где-то в левой стороне идет. Я вот иногда еще забываю, блин, наигрался в этот Warface. Постоянно перед выстрелом иду влево, и пуля хрен знает куда улетает, вот я не знаю. Я не могу с собой ничего поделать, вот просто вот, не знаю, на автомате иду. Поэтому пуля хрен знает куда улетает, как бы видите, что я иногда попадаю, но она хер знает куда и улетает, ё-моё, в общем, вот так. Кстати, у него звание 2 новые, что ли, или сколько? Ну, он не играет, соревку паблики играет. Опа! Давай, выходи. Это не прострелись, да, штука? Или я все же отнял у него хп? Так, шаги, надо... Блин, надо было все же свои синхайзеры найдеть. Так. Надо более сосредоточиться, а то... Да чё, как рак-то промазываю? Нормально. Кстати, диглы мы тоже нельзя. Можно было, конечно, потом еще на ножах сыграть, но это после того, как мы сыграем АВПшник и потом еще калашников. Потом, может быть, на ножках сыграем. Зацените, зацените, какой мой потрепанный ножик за 3 косаря. Неплохо, да? Неплохо, неплохо. Знаете, может быть... Ой, что-то я вообще как-то затупил. Не знаю, что-то мы поверху бегаем, я думал, хоть по низу побегаем, не знаю. Что-то как-то мне вообще страшно наверх идти. Знаете, мне еще, кстати, нравится охотничий ножик, он такой, он симпатичный вообще. Нравится мне. Так, давайте, не знаю, как-то зайдем сейчас интересненько, так, чтобы он не заподозрил. Знаете, я вот отсюда не смогу, наверное, в голову убить. Да, не смогу. Убегаем, убегаем. Так, полезли. Да как я промазал, чё ж такое днище-то, а? Надо было хоть разыграться, но меня сейчас заструт же, ё-моё. Так, ой, а чё я не стрельнул? Лол. Знаете, на самом деле нужно, не знаю, более, как бы, аккуратнее играть, это мне не Warface. Я много про Warface говорю, извините, ребят, пожалуйста. Просто. Не знаю, не могу играть и сразу разговаривать. Это, ну, как бы, внятно, что-то понятно. Надо по приколу так в хэтку попасть,
Что, прям он офигел. А ну-ка, где он вообще? Ой, я в открытую пространство вышел. Нет, нет, ему легко меня слить. Нет, нет, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Так, выйдешь, нет? Он меня сбоку может убить. Опять я на подкрытом... Все, меня солюч. Все, я труп. Я труп, я труп, я труп. Так, я просто днище, извините меня, пожалуйста, господи. Ой. Чё ж я такое-то показываю-то вообще? Просто игру Сильвера. Извиняюсь, пожалуйста. Окей. Ну, не знаю, хоть пару жителей, не знаю, кто там профессионал, какие игры, скиллы просто. У меня Азимов вроде за... на КТшник стоит. Так. Шагов нет. Тихо! Тихо! Опять пуля через нас куда полетела? Я ж попадаю. Ай, моя привычка. Просто по рукам мне нужно побить. Что я делаю? Перед выстрелом куда-то влево иду, и пуля хрен знает куда улетает. Печально, печально. Так. Ну, немножко ведем мою пользу, конечно, но... Не знаю, оба мы не разыграны. Вот надо вот так вот в хэтку попасть, было довольно эпично. Ого, нормально, нормально, нормально. Знаете, хотя он мне сейчас вообще в легкую мог встать на самом деле. Не знаю, что за фигня. А, решающий раунд. Надо бедра через всю карту стрянуть. Вообще, наверное, идеально получится. Не, не хочет что-то по низу ходить, наш друг. Опа. Давай, сливай меня. Сливай меня, 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 меня. Ну ладно. Ну давай, ну иди сюда. Опа. Салют меня, отвечаю. Или, а чё он, куда он ушёл? Да блин, по рукам сейчас удары, ну чё за фигня? Куда я увожу? Так, в общем, реванш, мы поменялись сторонами. Почему-то счет уже 0-1. Походу, чё-то я заафкашил. Чё-то я заафкашил. Ой, классно, да? Азимовская вообще ВПшка. Я написал, чтобы мы играли лучше по низу, как бы. А то наверху мы уже, думаю, отыграли все, что надо. Так. Так что давайте все. Сейчас, короче, более серьезно доиграть. О, нормально. Вот что-то как-то несерьезно отыграл первую игру. Столько косил, просто жесть, сам не знаю. Нормальный авапер, не знаю, просто в ноль на изи каждое попадание попадал бы даже в голову, не знаю. А, поэтому надо. Надо собраться, надо собраться. Так, где ты? Значит, на той позиции. Надеюсь, он все же не наверху, потому что это будет нежданчиком, если он сверху салют. Не понял, где он. Он уже, наверное, забежал. Да, в центр забежал. Так, тихо, тихо. Ой, сушку. О, нормально. 2-0. Написано 2-1, но не знаю, что, конечно. Надо от бедра, короче, пострелять. Не знаю, будет, по-моему, эпично. Ребят, ставьте лайк и... Сразу выйдет, наверное, не знаю. По определенное количество лайков сразу выйдет вторая игра на калашах. Интересно посмотреть, как нубы, не знаю, играют на на ВПшках. Ну, не знаю, хоть какой-то геймплей с КС-ки надо заснять. И, кстати, вы не представляете, как насколько трудно играть сразу в разные игры, где механика просто нереально абсолютно разная. Потому что очень разная механика, как бы, и ты к одной механике привыкаешь, ты заходишь в другую игру, это абсолютно другая механика, и ты не понимаешь, что же тут делать, так что, может быть, кто-то играет один в КС-ку, и он... А, почему не... Я стрельнул? Что за фигня, почему не стреляет? Тихо, тихо. Слушай, а меня видно? Да, блин, что это за нубство-то, ё-моё, Серега, попади ты, Роксан, попади! Попади! От бедра. Да, я просто люблю представлять этот прицел, как бы. Большинство, количество времени, которое я играл именно на АВП Лего, на самом деле, немного играл, но когда играл большое количество, я пытался стрелять от бедра, как бы, представлял этот прицел. На соревновательный, не знаю, вообще редко беру АВП, потому что, знаете, АВП это такая, прям, не знаю. О, нормально. Такая ответственность большая, что там тебе, не знаю, полтима нужно минусовать, а я такой рак, что просто бегу там, не знаю, одного солюсь нахрен на какую-нибудь гранать. А, поэтому я всегда бирал какой-нибудь калаш или какую-нибудь темку. Ну, сэмки я всегда зажимал. Да что за днище?
О, ништяк. Это... Попахивайте. Серега начал попадать. Это уже классно. Нравится мне очень сильно карта ВП Лего. Особенно ВП Лего 2. Это, на этой карте я первый раз играю, поэтому ни хрена тут не знаю. Но на самом деле она похожа довольно. Я еще усну. Шагов, к сожалению, ни хрена не слышу. Специально звук потише сделал, чтобы меня погромче было слышно. Там музыку какую-нибудь подрубить, чтобы повеселее было. Где ты? Меня не сваншотил. Знаете, будет печально, если он меня сейчас не убьет, поэтому... Постреляю-ка я от бедра. Потому что будет серьезно печально. Не ваншотиться ВМ, это очень противно. Очень противно. О, так. Короче, все, надо заканчивать, я так думаю. Ладно, шучу. Надо просто собраться. Моя первая игра 1 на 1 в CSGO. И, вероятно, вот предпоследняя, потому что... Я играю только по фану, ребят, с друзьями. Не надо мне там предлагать. Каким-то скиллухом, не знаю, который меня там 9-0 разнесет. Я знаю, что у меня, ребят, 9-0 разнесете, поэтому не нужно мне доказывать, что кто-то есть скилловее меня. Я знаю, что... До хера, лестница. До хера, если кого скиллы меня, я просто играю по фану. Даже, честно говоря, проиграл, бы все равно выложил. Какая нахер разница? Так, окей. Блин, нравится мне такая зима, прям такой, не знаю, он классный. Еще, кстати, после полевых и выглядит как прямо с завода, согласись. У него где-то есть потертость. Где-то есть. Так, ты будешь выходить? Я тут усну сейчас. Чувак, выходи, давай. Ай, окей. Мне очень сильно ножи керамбиты нравятся, но, к сожалению, нету денег, да, чтобы выбить какой-нибудь классный керамбит, потому что всякие африканские сетки, они на самом деле фигня какая-то. О, все, супер. И походу сейчас будет решающий раунд. Наверное, все же сольюсь. Давайте просто как мясо, не знаю, выбежим. Просто по скиллу выбежим и сольемся. Пунь. Вот и все. Ну что ж, погодите. Нет, я сейчас еще должен буду его убить, да? Да. Решающий же раунд для меня, если я точнее затащу. Че, повторим? Так давайте теперь более аккуратно. Опа! Ну что ж такое-то? Да не жми ты влево-вправо, твою мать, Серега! Ну, ё-моё, вот видите, да, куда пули летят, когда я жму эту кнопку? Ну понимаете, невозможно с разными механиками так быстро осваиваться. Поиграл бы где-то... А тут откуда это? Часик, он, наверное, просто на рандом пустил. Так, и... Так, все. Если я сейчас не попадаю, я просто тупой рак. Да, я специально сказал это много раз. Но я все же попал. Ребят, всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем пока, ребят. Всем удачи.